На острове Русском произошло учетное ДТП с участием трех машин. Автомобили Honda Airwave, Mazda Demio, грузовик Mazda Titan двигались по Университетскому проспекту в левом ряду, друг за другом в сторону города. По словам водителя Honda, которая шла первой, его подрезал неизвестный автомобиль. Я ехал себе спокойно. И прямо перед самым носом. Я только с успехом ехал по тормозам, и все. А потом пошли удары, и я остановился. И побежал сразу, потому что не было так. Водитель Airwave успел затормозить и избежать столкновения с неизвестным автомобилем, а вот девушка за рулем Мазды, двигавшаяся следом за Хондой, среагировать вовремя не смогла. Демио врезался в Airwave. Удар получился слабый. Мазда помяла капот, даже сохранив в целости фару. Но в этот момент Демио догнал грузовик. От удара Мазда еще раз влетела в Хонду Airwave, малолитражку развернула и выкинула на обочину. В аварии пострадало трое человек, все пассажиры. Девушку из грузовика забрала скорая с подозрением на перелом ноги. Молодой человек, пассажир разбитой Мазды, также получил травму ноги, но от помощи медиков отказался. У пассажирки Airwave бригада скорой диагностировала сотрясение. На место происшествия вызвали эвакуатор. Малолитражка не подлежит восстановлению, авария получила статус учетной.